Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня я расскажу вам о правилах подготовки и смешивания костных и соединительно-тканных имплантатов при различных видах хирургических стоматологических манипуляций. Правила смешивания материалов и подготовки костного имплантата при дефекте среднего размера. В таком случае в операции будут использоваться капиллярная кровь пациента, которая содержит кислород, имеет низкую альбуминовую плотность и не содержит продукта распада. Аутокость, которая является единственным источником прямого остеогенеза. Деминерализованный порошок компактной кости. И один из базовых материалов – минерализованный губчатый порошок или минерализованный кортикальный порошок. Смешивание костного имплантата начинается, как и обычно, с размещения капиллярной крови в чашке Петри и разведение один к одному физиологическим раствором. Мы используем аутокость пациента из расчета примерно 150-200 клеток на 1 кубический сантиметр. Этого количества достаточно для того, чтобы при восстановлении сосудистого питания произошло прямое костеобразование на поверхности сохранивших свою жизнеспособность клеток. Смешивание начинается с собственной кости, поскольку ее наименьшее количество, и клетки аутокости должны располагаться во всем объеме костного имплантата. Следующим компонентом смешивания является деминерализованный порошок компактной кости. Он является индуктором остеогенеза благодаря содержанию морфогенетических белков в своем составе. Удобным инструментом или высыпая деминерализованный порошок компактной кости в костный имплантат, мы одновременно смешиваем наш раствор до однородной массы. Поскольку частицы деминерализованного порошка очень мелкие, может создаваться ощущение, что весь материал у вас растекся. Не надо этого бояться. При добавлении базового материала до необходимого объема имплантата он приобретет отличную пластическую форму, удобную для дальнейшего использования. В дальнейшем, в зависимости от размера дефекта, мы используем либо минерализованный порошок губчатой кости, либо минерализованный порошок компактной кости, либо их смесь в равных соотношениях.
Таким образом, нам удается достичь равномерного размещения клеток аутокости и деминерализованного порошка компактной кости во всем объеме костного имплантата. Излишки влаги удаляются марлевым треугольничком или ватным тампоном. Материал вносится в операционное поле удобным инструментом.